Финишное покрытие чаши бассейна может быть сделано из разных материалов. Плитка, мозаика, пленка ПВХ. Простая плитка для ванных комнат, полов и стен не подойдет. Керамика с обычной эмалью имеет пористую структуру. Плитка должна быть фарфоровой, она обладает хорошей пластичностью. Мозаика, отлитая из стекла, считается лучшей. Она прочнее керамической и совершенно не впитывает воду. Пленка ПВХ – новое покрытие для бассейнов. Этот легкий материал – хороший гидроизолятор, дешевле керамической плитки и мозаики. Обычно состоит из 4 слоев. Между вторым и третьим слоем проложена ткань сетка из полиэстерола или кевлара – очень прочного синтетического материала, из которого, кстати, шьют пуленепробиваемые жилеты. Пленка. Армированное волокно, которое не требует дополнительной гидроизоляции, сильного выравнивания, что удешевляет строительство. Также она гибкая, устойчивая к растяжениям и также устойчива к морозам, в отличие от плитки и мозаики. Также в бассейнах используются различные цветовые раскладки стеклянной мозаики. Она может быть абсолютно любых цветов, с добавлением золота, серебра, вкраплениями, чтобы для каких-то дизайнерских решений для игры на солнце. Последний вариант облицовки этих бассейнов – это облицовка плиткой. Классический вариант – это 12,5 на 25 сантиметров. Это плитка, предусмотренная нормативами в спортивных бассейнах, в общественных бассейнах. Она имеет классический вид, ограниченное число оттенков, к сожалению. И в частных бассейнах ее используют довольно редко. Чтобы красивая чаша бассейна не превратилась в затхлую лужу, за водой надо ухаживать и даже очень добросовестно. Иначе подарки, начиная с конъюнктивита, грибка и вплоть до туберкулеза кожи, поджидают вас на пороге бассейна. Вода может помутнеть, зацвести, протухнуть и кишеть бактериями и гельминтами. Для наполнения бассейна хватает, в принципе, любого источника. Он может наполняться... Бассейн может наполняться хотя бы даже из пожарных гидрантов. Любого качества болотная вода, любая вода может наполняться бассейн. Это вопрос просто стоимости химии и времени, чтобы сделать из нее питьевую. Варианты обеззаражения воды очень обширны, начиная от озоновой обработки, обработки активным кислородом, обработки различными составами, соединениями хлора, серебра. Даже вот соленая вода, можно расщеплять соленую воду или соль поваренную для выделения из натрия хлора активного для убивания всей микрофлоры в бассейне. Самая оптимальная, надежная и уже опробованная система – это является хлорные станции, которые работают на жидком хлоре. В частности, в этом бассейне заказчик решил использовать кислород активный. Это... В принципе, стоит абсолютно тех же денег, просто вопрос в принципе дозации, в принципе обработки. По предубеждению многих, то есть считается, что хлор – это более вреден, чем все остальное. На самом деле, в нормативах на общественных бассейнах предписывается только использование хлора. То есть это самый опробованный реагент, и он менее аллергенен, чем кислород даже. Конечно, очистка серебром, озонирование – и вот очистка с помощью солей, она менее аллергенна, менее вредна, но при этом цена отличается в десятки раз. Сбросы в канализацию регулируются, если это идет сброс, в ливневку, в ливневую канализацию, либо в общественную канализацию, если это в части города. Если это загородный дом, и там есть канализационные колодцы, это никто не регулирует и никто не смотрит. В принципе, нельзя сбрасывать воду в озера и реки из бассейна. Хотя вода и питьевого качества при сбросе идет, доказать это никогда невозможно.
Однако одного хлора для борьбы с микроорганизмами и вредными бактериями может быть недостаточно. Поэтому воду очищают и другим способом. Например, в обвязку монтируется трубка с ультрафиолетовой лампой. Ее излучение тоже убивает микробы. Существует также борьба с водорослями. Их легко можно распознать по скользким стенам бассейна и зеленоватому цвету воды. Для фильтрации воды обычно применяют стационарные фильтровальные установки, в которых специальный кварцевый песок очищает воду от взвешенных частиц. В фильтрах используется кварцевый песок. Как правило, это фракция 0,8 мм. Срок службы песка 1-2 года в зависимости от интенсивности и количества промывок фильтров. Песок считается изношенным. Вообще кварцевый песок, чем он отличается от обычного песка? У него грани не круглые, а ломаные, как будто бы он колотый. И пока эти грани не сточились в процессе фильтрации, этот песок можно использовать. После строительства бассейна его необходимо обслуживать. Есть бассейн. В бассейне существуют какие-то расходные материалы, такие как лампы ультрафиолета. У них есть определенный срок службы. К расходным материалам относятся химия, хлор для дезинфекции, коагулянт для связывания взвешенных частиц и потом последующего оседания их в фильтрах, альгицид, предотвращающий появление водорослей в бассейне, выравниватель уровня pH, жесткости воды для комфортного купания. Это все добавляется, проверяется и оценивается по согласно воде. То есть в каждом районе Петербурга своя вода. То есть канализационно-водопроводная вода отличается от колодезной, отличается от скважины, отличается от скважины в другом городе, в другом районе. Соответственно, разные реагенты и будут использоваться. Бассейн в частном доме не нуждается в обязательной регистрации в Роспотребнадзоре. Но если у владельца коттеджа есть такое желание, проверяющая организация изучит документацию и проведет тщательный анализ воды в бассейне, после чего даст свое заключение. Обслуживание бассейна требует ответственного подхода. Можно это делать самостоятельно, четко следуя инструкции, или нанять специалистов. Нанимать специальную организацию, то обслуживание частного бассейна – это выезд раз в неделю происходит. Во время выезда проверяется работа всех механизмов, то есть начиная от электромагнитных клапанов, заканчивая двигателями и автоматикой. Пылесосится дно, стены бассейна специальным пылесосом. Добавляется химия, которая не дозируется автоматически, а дозируется вручную. Проверяются герметичность всех соединений. Это все можно сделать самому, но хотя бы раз в полгода в год приглашать профессионалов, чтобы они проверили, если что-то не было выполнено неверно, исправили. Дешевле поддерживать бассейн в течение месяца, чем слить и налить его. Даже, как бы в частности, конкретно в этом случае, вот в этом бассейне, 255 метров кубических. Дешевле его поддерживать. То есть это стоимость воды, если не скважина, то это сразу. Исчезает вода в кранах, исчезает вода там во всех источниках, электричество. Ну вот, в частности, здесь котел стоит, но он пока стоит дизельный. И это затраты дизеля огромные. Химия сразу бросается при заливке воды для вывода канистрами, можно сказать. А для поддержания тратится уже совсем другая энергия, совсем другие расходы химии идут. Как правило, раз в 10-15 лет бетонные бассейны подвергаются какой-то реконструкции. Но это не необходимость, это просто пожелание заказчика. То есть необходимости в реконструкции нет. Если делать сервис, если делать замену песка, ну, обслуживать бассейн, то с ним ничего не произойдет. При реконструкции бассейнов меняется облицовочный материал, просто чтобы освежить его. То есть там, если это пленка, там
через 10 лет она немножко меняет свой цвет. Если закладные детали из пластика, они немножко желтеют. Если нержавейка, соответственно, ничего не происходит. Если мозаика, то у мозаики есть свойство терять элементы. То есть со временем это нормально, то есть что теряются элементы, их приходится опять приклеивать. Ну, соответственно, вид у этого бассейна со временем, там, 10-15 лет уже теряется. И приходится, ну, даже не приходится, а можно полностью сбить всю мозаику и уложить заново. Бассейн в загородном доме – удовольствие недешевое, но эта овчинка стоит выделки, поскольку наслаждаться купанием можно в любое время года и независимо от погодных условий. Чтобы не испортить удовольствие, следует подойти к оборудованию крытого бассейна серьезно и ответственно. Необходимо учесть результаты инженерно-геологических изысканий, которые проводились на вашем участке еще до начала нулевого цикла строительства. Надо знать и глубину промерзания почвы, и уровень залегания грунтовых. Если идея устроить бассейн не дает вам покоя, но пришла в голову, к сожалению, слишком поздно, ни в коем случае не следует срочно сносить пару стен и на месте котельной и бильярдной устраивать в цокольном этаже вожделенный бассейн. Оптимальным вариантом, как правило, становится сооружение бассейна в виде пристройки к дому. Вот некоторые важные моменты, которые непременно нужно знать до начала строительства. Проект обязателен. В нем должны быть прописаны не только положение, форма и размер бассейна, но и затраты на воду, тепло, электричество, вентиляцию. Строительство бассейна – технологически сложный и длительный процесс. Заливку чаши бассейна нужно проводить без перерывов. Особое внимание к бетону. Необходим материал с высоким коэффициентом водопоглощения. Облицовочная плитка. Керамика не подходит, впитывает воду. Фарфор – более плотный и пластичный материал. Облицовочная мозаика, отлитая из стекла, прочнее керамической и совершенно не впитывает воду. Облицовочная пленка – новый легкий материал, хороший гидроизолятор, дешевле плитки и мозаики. Качество воды. Хлор – по-прежнему главный компонент водоочистки. Также обеззараживать воду можно ультрафиолетом, озоном и серебром. Готовый бассейн требует постоянно внимательного обслуживания. Можно это делать самостоятельно или нанимать специалистов.